Здравствуйте. На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Озеро Тузла в Кесаре объявлено особо охраняемой территорией. Церковь села Карцах Джавахка находится в воде. Новые экономические программы будут реализованы в южной части Арцаха. Число людей, зараженных коронавирусом в Армении, увеличилось на 146. Тяжелые бои в сирийском регионе Хама. Средиземноморские страны выступили с заявлением, осуждающим действия Турции в регионе. В этот день, в 1921 году, родился армянский композитор, музыкальный и общественный деятель Эдвард Мрзаян. Озеро Тузла-Палас в регионе Кесария на западе Армении было объявлено особо охраняемым уязвимым районом. Озеро Тузла – тектоническое соленое озеро в регионе Кесария. Находится на высоте 1131 метра над уровнем моря и имеет площадь в 23,5 километра. Это самая низкая местность равнины Палас со всех сторон, окруженного разломами. Особо охраняемая территория – это территория, в которой сохраняются региональные, национальные или же уникальные экосистемы. Виды окружающей среды, геологические, геоморфологические особенности. В этих районах существует высокий риск повреждения или разрушения в результате деятельности человека. Снег и дождь, непогода, которые длились больше недели, огромные щели на крыше церкви села Карцахи снова подняли вопрос о неутешительном состоянии церкви Сурпавана Скарапета. Genius G вчера вечером получил видео от читателя Виталия Бангуяна, где сняты кадры из церкви села Карцахи. На этих кадрах вода вливается из щелей каменного потолка церкви. Стены и колонны покрыты мхом, а иконы полностью покрылись плесенью. В ходе находиться здесь нельзя. Церковь ремонтировалась в 2012 году, но проведенная реконструкция вызвала такую ситуацию. Проблема в покрытии церкви. Исходя из современных стандартов, старое покрытие заменили новым, что не оправдало ожиданий, и крыша начала протекать. Дождевая вода застаивается внутри, вызывая кошмарную сырость. Напомним, что церковь Сурпавана Скарапета в селе Карцахи была переосвящена 14 июля 2020 года. Сегодня это действующая церковь, основанная в 30-х годах 19 века. Новые экономические программы будут реализованы в южной части Арцаха. Об этом отметил на своей странице в Facebook Раи Карутюнян, новоизбранный президент Республики Арцах. В первый день недели мы с Арменом Григоряном, секретарем Совета безопасности Республики Армения, во время неофициального визита посетили южную часть страны. В контексте продовольственной безопасности мы провели эффективные дискуссии о реализации ряда новых экономических программ в этом регионе, написал Карутюнян. В Армении за сутки зарегистрировано 146 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом новости Армении News.IM сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Республики. В общей сложности на утро 12 мая в стране зарегистрировано 3538 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечится 2042 лица. За день их число увеличилось на 72. Выздоровели 1430 человек, 71 за последние сутки, скончались 47 пациентов. Один за последние сутки. Еще двое граждан с коронавирусом скончались из-за иных болезней. Общее число таких случаев составляет 19. Организация The System Observatory of Human Rights сообщает, что силам сирийского режима удалось восстановить контроль над деревней Аль-Манара, расположенной на северо-западе провинции Хама. Около суток она удерживалась захватившими ее джихадистами. Контратака проводилась при поддержке артиллерии и ракетчиков. По населенному пункту были выпущены десятки ракет. Тем не менее, сторонники Башара Асада только убитыми потеряли 29 человек, радикальные исламисты – 24 человека. Среди десятков раненых немало в тяжелом и критическом состоянии. Источники, близкие к армии, также сообщили, что большое количество террористов было убито в результате предпринятых сирийской армией контрнаступления. Значительная часть террористов была вынуждена отступать, оставив большое количество оружия и боеприпасов на поле боя. Главы МИД Греции, Египта, Кипра, Франции и ОАЭ также выразили глубокое сожаление в связи с новой эскалацией ситуации в Ливии и возобновившимися боестолкновениями. Министры осудили совершаемые Турцией действия в исключительной экономической зоне Кипра и ее территориальных водах, что является явным нарушением норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву, отмечается в итоговом заявлении. Это уже шестая попытка Турции менее чем за год провести незаконную геологоразделку в морских районах Кипра. Министры также осудили участившиеся нарушения Турции воздушного пространства Греции, включая полеты над населенными пунктами и территориальными водами другого государства. Главы МИД потребовали от Турции уважать суверенитет других государств и их суверенные права в своих морских районах в восточной части Средиземного моря. Кроме того, министры вновь указали, что подписанный в ноябре 2019 года меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам, а также соглашение о военном сотрудничестве с правительством национального согласия Фаиза
Сараджа не отвечают нормам международного права, нарушают введенное в отношении Ливии эмбарго ООН на поставки оружия и подрывают региональную стабильность. Сегодня исполняется 99 лет со дня рождения великого армянского композитора Эдуарда Мирзояна, родившегося в 1921 году в Гори, Грузии. Народный артист СССР, кавалер ордена Святого Месропа Маштоца, Эдуард Мирзоян окончил творческий факультет Ереванской консерватории в 1941 году, а в 1946 по 1948 годы совершенствовал свое мастерство в музыкальной студии Армянского дома культуры в Москве. С 1948 года преподает в Ереванской консерватории, с 1965 года профессор. Мирзоян является автором многих музыкальных произведений. Он был награжден орденом Кирилла Мефодия в 1971 году в Болгарии, Святого Саака, Святого Месропа Армянской Церкви, Святого Месропа Маштоца Республики Армении оба в 2001 году. Орденами Мовсес Хора Наций в 1998 году, золотой медалью Национальной Академии Наук Республики Армении в 2006 году, Леонардо да Винчи в 2006 году, Екатерины II в 2006 году в России и так далее. Мирзоян умер в октябре 2012 года в Ереване. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию произведение «Шушаник» Эдуарда Мирзояна. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.